Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить очень вкусный, пышный, нежный и ароматный медовый бисквит. Ну что ж, приступим к приготовлению. Для того, чтобы приготовить ароматный медовый бисквит, мне понадобится 200 грамм меда, 7 яиц, 1,5 чайной ложки соды, 170 грамм сахара, 300 грамм муки. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для медового бисквита в самом начале нужно приготовить медовую основу. Для этого я взяла мед. Можно взять такой вот жидкий мед, можно засахаренный мед, такой, какой у вас есть. Теперь к меду я добавляю соду, все хорошо перемешиваю. И вот эту вот массу я отправляю на огонь. Буду варить на среднем огне, постоянно помешивая, до того момента, чтобы масса стала такая вот светлая белая. Кипятить не нужно. Медовую основу я уже подготовила. Вот такая, видите, вот стала такая вот светлая масса. Сода вступила в реакцию с медом. Теперь медовую основу нужно оставить до остывания. Пока медовая основа остывает, займемся другими ингредиентами. Я взяла яйца, отделила белки от желтков. Теперь белки нужно взбить до появления пены. На белках начала появляться пена. Теперь порциями будем добавлять сахар, не прекращая взбивать. Белки с сахаром я уже взбила. Их не обязательно взбивать до твердых пиков. Теперь по одному будем добавлять желтку. Белки с сахаром и желтками я уже взбила. Вот такая у меня получилась пышная масса. Медовая основа уже остыла, она у меня немножко такая еще тепленькая, не обязательно, она должна быть холодной. Ее добавляем в взбитую массу и снова все хорошо взбиваем миксером в течение 10 минут. Я все хорошенько взбила миксером. На этом этапе я уже включила разогреваться духовку до 180 градусов. А сейчас нужно взять муку и в эту же массу просеять муку и все хорошо перемешать лопаткой снизу вверх. Тесто на бисквит я уже приготовила. Вот такое оно должно получиться по консистенции. Я взяла форму, у меня диаметр формы 26 сантиметров. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, бока я ничем не смазывала. Форму теперь заполняю тестом. Отправляю бисквит выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 30-40 минут. Но вы, конечно, лучше ориентируйтесь по бисквиту, потому что у каждого разные духовки, по-разному они выпекают. Когда вы возьмете зубочистку и проткнете бисквит, зубочистка будет сухой, значит бисквит уже готов. Первые 15 минут выпекания дверцу духовки лучше не открывать. И когда бисквит уже полностью испечется, когда вы проверите его на готовность, то сразу из духовки его не доставайте. Оставьте его в духовке, приоткройте немножко дверцу духовки и пусть он постоит вот так вот приблизительно 10-15 минут. Медовый бисквит я уже испекла. Он постоял в духовке при открытой дверце, немножко остыл. Вот такой получился пышный красавчик. Вы, конечно, не пугайтесь, что он будет такого насыщенного коричневого цвета, так как в составе теста есть мед, а мед при выпекании он быстро карамелизируется и запекается. Поэтому получится вот такая вот красивая корочка. Сейчас бисквит нужно достать из формы. Бисквит я достала из формы, теперь ему нужно дать полностью остыть. Медовый бисквит полностью остыл,
Его можно кушать в таком вот виде, отрезать кусочек, намазать его маслицем, и с чаем будет очень вкусно. А можно из него формировать разнообразные тортики. Он получился вот таким вот, видите, вот мягеньким, высоким, ароматным и очень вкусным. Диаметр бисквита 26 сантиметров, а высота бисквита 7 сантиметров. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!